На территории округа будет создан единый информационно-расчетный центр за жилищно-коммунальные услуги. Порядок его создания будет определен рабочей группой, которая создана по распоряжению Управления строительства и ЖКХ Ненецкого округа. В состав рабочей группы вошли представители Управления строительства и ЖКХ округа, администрация города и Заполярного района, ресурсоснабжающих, управляющих и кредитных организаций. Задача создаваемого расчетного центра – систематизация платежей за жилищно-коммунальные услуги на территории региона.